На острове Русском закончился монтаж крана LA-11350 максимальной грузоподъемностью 1350 тонн. Эта уникальная техника поможет в кратчайшие сроки поднять на монтажную высоту первые 10 панелей руслового пролета, которые будут монтироваться со стороны острова Русский. Кран будут использовать в конфигурации, позволяющей поднимать вес в 400 тонн. Отличительные параметры уникального подъемного крана. Гибкая компоновка конфигурации стрелы, быстрый монтаж, простая экономичная транспортировка, современная система электронного управления, высокая надежность за счет наличия дублирующих систем безопасности и, самое главное, высокое качество работы. LA-11350 в той конфигурации, которую мы собираем, оснащен 66-метровой главной стрелой и 36-метровым управляемым гуськом. Подъем панели массой до 375 тонн на 70-метровую высоту в условиях ограниченной площадки на острове Русском – задача сложная. Уникальное оборудование позволяет в сжатые сроки провести операции по подъему и стыковке первых 10 крупногабаритных панелей. Из пролета между опорой М8 и пилоном М7 кран на проектную отметку поднимет одну за другой панели весом от 300 до 370 тонн, а также дерек-кран. В последующем будет подан этим же краном монтажный агрегат, который будет сориентирован уже в сторону акватории. И тем самым определенное количество времени будет сокращено на его разворот, что потребуется на Назимова. Первая панель весом в 304 тонны будет поднята на монтажную высоту, как только закончится полная проверка всех систем крана. Данил Гончарук, Игорь Лещук, пресс-служба филиала УСК «Мост» в городе Владивостоке.